Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Кызыле в 2018 году планируется начать строительство детского сада в микрорайоне «Восток» и школы на Ангарском бульваре. Первый заместитель министра строительства и ЖКХ республики Тамара Авыда, выступая на публичных слушаниях о республиканском бюджете на следующий год, рассказала о направлениях деятельности министерства, реализация которых будет осуществлена или продолжена в следующем году. Так, в планах ведомства, помимо строительства домов для детей-сирот и аварийного жилья, есть и один детский сад в Кызыле и две общеобразовательные школы в селе Кызыл-Мажалок и в столице. Как уточнили в Министерстве образования региона, детский сад на 280 мест планируется возвести в 7-м микрорайоне на Востоке. Начать строительство школы на 825 мест в 2018 году планируется на Ангарском бульваре. А также в 2019 году планируется начать возведение школы в районе Левобережных дач, где проживает почти свыше полутора тысяч детей школьного возраста. Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Жилище» республика продолжит обеспечивать жильем молодые семьи, проводить капитальный ремонт объектов социальной сферы, претворять прочие мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных домов и устойчивое развитие сельских территорий. Представители пресс-службы МВД Тувы побывали в Центре социальной помощи семье и детям Кызылского района. В ходе встречи начальник пресс-службы ведомства Аржана Чакчин провела с ребятами профилактическую беседу, напомнила воспитанникам приюта о последствиях преступлений и рассказала им о работе полицейских. Кроме того, правоохранители подарили детям полугодовую подписку республиканской детской газеты «Сылыс-Чыгаш», в которой публикуется большое количество познавательных материалов, направленных на развитие и раскрытие талантов детей. Яркие картинки и фотографии сразу привлекли внимание маленьких воспитанников центра. В завершении мероприятия дети показали гостям несколько подготовленных художественных номеров. Как отметили сотрудники пресс-службы Министерства внутренних дел республики, встреча стала особенной и незабываемой не только для детей, но и для них самих. Деятельность компании «Лунсин» в области охраны окружающей среды обсудили в правительстве Тувы на совещании под руководством вице-премьера Александра Брокерта. В нем приняли участие представители управления Росприроднадзора по Туве, Министерства природных ресурсов и экологии республики и заместитель генерального директора «Лунсин». Плановая проверка компании, которая проводится раз в 3 года, прошла в июле. По ее итогам управлением Росприроднадзора выданы предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природных охранных требований. Затем, после обращения общественности, проведена внеплановая проверка. Как сообщил заместитель руководителя регионального управления Росприроднадзора Андрей Андадук, протокол об административном правонарушении по сбросу неочищенных карьерных вод направлен в Тотжинский районный суд для определения меры ответственности. Как считает вице-премьер Александр Брокерт, в данной ситуации должен четко сработать государственный экологический надзор. По требованиям законодательства экологический мониторинг ведется практически ежеквартально. Таким образом, анализируя данные мониторинга и ежегодного отчета, можно было предотвратить возможные нарушения при производственной деятельности раньше, чем организация плановых проверок. Проект бюджета Тувы на следующий год прошел публичные слушания. Главный финансовый документ сформирован по следующим параметрам: доходы, налоговые и неналоговые доходы, нецелевые трансферты, а также расходы. Как сообщил министр финансов Тувы Орлан Достай, основу бюджета составляют 32 государственные программы. 24 из них направлены на повышение качества жизни населения, 5 – на поддержку отраслей экономики, 3 – по направлению «Эффективный регион». Также на будущий год на поддержку агропромышленного комплекса за счет республиканского бюджета предусмотрены средства на сумму 228 миллионов рублей, из федерального – 412 миллионов. На развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрено 78 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в этом году. После обсуждения участники публичных слушаний приняли рекомендации по финансовому законопроекту, который будет направлен депутатам. По информации Верховного Хурала, проект закона Республики Тыва о республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – планируют рассмотреть в первом чтении 17 ноября на сессионном заседании парламента. И о курсах валют: доллар стоит 60 рублей 25 копеек, евро 71 рубль 17 копеек.
Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. ноября в 19 часов по местному времени в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Левобережном дачном обществе номер 1 города Кызыла произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горело здание частного магазина и пристроенный к нему гараж на общей площади 110 квадратных метров. Для установления причины возгорания на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора и эксперты испытательной пожарной лаборатории по Туве. Причина и ущерб от пожара устанавливается. Очаг пожара был локализован в 20.05 и ликвидирован в 23.05. Пожар полностью. В результате пожара выгорело помещение магазина, уничтожено помещение гаража. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Погибших и пострадавших при пожаре не зарегистрировано. В связи с тем, что накануне вечера магазин был закрыт уже на замок. В данном случае проводятся следственно-оперативные действия по установлению причины пожара. Отрабатываются две версии. Это версия возникновения от пожара от печного отопления. И вторая версия – версия поджога. В текущем году Министерству здравоохранения Тувы удалось снизить напряжение с кадрами за счет выпускников-медиков. По сообщению ведомства, в этом году трудоустроено 177 молодых врачей, в том числе 79 человек после интернатуры, 12 ординаторов. Также 99 молодых врачей выехали на работы в районы республики, в том числе в сельские местности. Сегодня дефицит по республике врачей-терапевтов сокращен на 63%, педиатров на 76%. Отметим, что республика испытывает также дефицит среднего медицинского персонала в районах. В текущем году Республиканский медицинский колледж выпустил 169 специалистов среднего звена, из них трудоустроено 111 человек. Из них 25 выпускников продолжили обучение в вузах страны. Тува примет участие в эксперименте Министерства образования России, цель которого – вернуть устные экзамены по русскому языку. Республика включена в перечень регионов России, где предстоит испытать технологии проведения такого экзамена. Как сообщили в Миноборнауки Тувы, тестирование пройдет среди учеников 9 классов 20 ноября. В качестве площадок для пробного экзамена по устному русскому языку отобраны 19 школ. В перечень вошли как городские, так и сельские школы с классами разной наполняемости. В роли экспертов и экзаменаторов выступят учителя русского языка и литературы, работающие с девятиклассниками. Если результаты эксперимента окажутся позитивными, устное собеседование по русскому языку предполагается ввести уже в программу государственной итоговой аттестации 2018 года для девятиклассников. В будущем же устное собеседование, возможно, станет частью не только ГИА, но и единого государственного экзамена для выпускников российских школ. В Туву прибыла делегация из культурного центра имени Джавахарлара Неру. В рамках фестиваля индийской культуры в Кызыле пройдут мастер-классы и лекции по индийской музыке, танцам и йоге. Фестиваль проводится согласно договоренностям главы Тувы с заместителем посла Индии в России в рамках 70-летия дипломатических отношений России и Индии. Также любители и поклонники болливудского кинематографа смогут посмотреть новинки индийского кино. 17 и 18 все желающие смогут посетить мастер-класс по индийской йоге. Тувинская продакшн-компания «Ава Медиа» стала лауреатом Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» в номинации «Бренд региона. Промо-ролик». Работа «Кызыл. Это я» получила признание экспертного состава жюри. Отмечается, что «Ава Медиа» уже второй год становится победителем этого телевизионного конкурса. Наряду с «Ава Медиа» номинантами выступили телеканалы «Макс-24» из Сочи, «Сургутский С1», «Енисей» из Красноярска и «Краснодарский телеканал Кубань-24».
Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные» – займы до зарплаты. В ближайшие сутки по республике переменная облачность без осадков, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков, местами туман. Ночью минус 20-22 градуса, днем минус 10-12. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороване погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 24 градуса, днем минус 15. На Полке ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 24 градуса, днем минус 13. В Танзыбее ясно. Температура утром минус 17 градусов, днем минус 15. По всей трассе проезд удовлетворительный.